А в Новоалтайске на железнодорожном вокзале сегодня тоже поздравляли прекрасную половину человечества с 8 марта. Здесь прошел флешмоб. Студенты Новоалтайского филиала Сибирского университета путей сообщения и сотрудники компании «Алтай Пригород» встречали пассажирок с современными танцами и дарили им воздушные шары. По словам организаторов, с Международным женским днем всех пассажирок и ожидающих на вокзале захотелось поздравить как-нибудь необычно, оригинально. Мы стараемся делать комфорт не только в путеследовании для наших пассажиров, но и создавать им настроение. То есть эта акция была направлена именно на то, чтобы у наших пассажиров поднялось настроение, чтобы им было приятно. Вот, мы о них заботимся не только в путеследовании. Задумка неплохая, вот только среди тех, кто вручал подарки, мы не заметили мужчин. Мальчики постеснялись, пояснили организаторы. Будем надеяться, что мужская половина железнодорожников в следующий раз станет более решительной, тем более, что подобные флешмобы планируется сделать традиционными и проводить в честь других праздников.